Предлагаю сегодня приготовить яйца Бенедикт. Поджарим на сковороде гриль полосочки бекона, 140 граммов сливочного масла. Нам нужно это масло растопить. Мерная чашка. В нее разбиваем яйцо. Вот в эту воду, которая у меня начинает закипать, я добавляю столовую ложку уксуса. И вот как только вода начинает закипать, вот так с помощью венчика создаем воронку в кастрюльке, в сотейнике. И в эту воронку аккуратно опускаем яйцо. И посмотрите, белок, он начинает танцевать вокруг желтка. Вот теперь нам нужно уменьшить температуру. Занимаемся приготовлением соуса оландез. Добавляю к трем желткам столовую ложку лимонного сока и немного соли. Прямо сюда на сковороду беру круассан, разрезаю его пополам. Добавлять сюда уже на более медленной скорости теплое сливочное масло. Заметьте, оно теплое, не горячее. На половинке круассана отправить яйцо, ломтик сыра бри. И всю эту красоту приправляем соусом оландез. Но это же очень красиво. И согласитесь, это очень быстро и просто. Дело в аппетите. Приятного аппетита!